Губернатор Игорь Рудыня провел совещание о развитии Морозовского городка. В нем принял участие Денис Филиппов, заместитель генерального директора компании «Дом РФ», которая входит в команду Института развития ВЭП РФ. Также в обсуждении участвовали партнеры, представители КБ «Стрелка». Напомним, что в мае вышеупомянутая госкорпорация подтвердила намерение участвовать в развитии историко-архитектурного комплекса. После комплексного обследования предложено несколько перспективных вариантов. Например, создание культурно-выставочного и офисного пространства, либо студенческого кампуса. Уже определена стратегия реализации проекта. Прежде всего, это поэтапное переселение жителей ряда домов двора пролетарки. Отметим, что Морозовский городок входит в число наиболее интересных комплексов промышленной архитектуры рубежа 19-20 веков.